Экологической катастрофы нет. Вадим Шувалов разъяснил ситуацию с возможным сливом отходов в пойму Оби. В соцсетях глава города рассказал, что автомобиль, запечатленный на видео общественником Сергеем Шевчиком, принадлежит подрядчику, который занимается высадкой цветов в Сургуте и уходом за ними. В озеро он ничего не сливал. Рабочие набирали воду для полива. Как отметил Вадим Шувалов, цитирую, «экологической катастрофы нет, но я попросил подрядчика провести разъяснительную работу с молодыми людьми на видео. Можно же было спокойно ответить на вопросы горожанина, и никакого конфликта бы не случилось». Конец цитаты. Ранее, после публикации в СМИ, видео, где осенизаторская машина предположительно могла сливать жидкие отходы в реку, свою проверку начала прокуратура автономного округа.